чудеса науки. Мягкого робота-осьминога создали итальянские ученые. Он имитирует движение настоящего спрута. Искусственный головоногий моллюск оснащен 4 эластичными щупальцами из силикона. Именно они позволяют ему плавать, передвигаться по дну, а также захватывать предметы. Авторы прототипа – исследователи из Университета Святой Анны в Пизе. Программа ими была запущена еще 7 лет назад. А впервые испытания проведены только в этом году в Средиземном море. Робот пока не может конкурировать с настоящим осьминогом. Однако у так называемых мягких роботов большое будущее. Они могут найти самое широкое применение. Например, в надводных подводных исследованиях, хирургии или даже в космосе.